Heroes of the Storm вышло новое обновление за номером 52.2, которое содержит в себе правки баланса для 18 героев, которые не обошли стороной два недавних реворка. С тобой Арго, и в этом ролике разберем свежий патч. Помимо баланса 18 героев, обновление порадовало реворком ядерного полигона. Наверху и внизу поля боя были добавлены канализационные тоннели, в точности такие, как на башнях Рока, только они открываются сразу в начале матча на 5 секунде. Нижний тоннель заменил второго босса на этой карте, а под средней линией добавили Vision для возможности наблюдения за нижним тоннелем и точками появления ядерных боеголовок. Несмотря на то, что тоннели копипаст с карты другой вселенной, это очень важное изменение, которое сгладит главный недостаток этой карты — ее размеры. Быстрое перемещение между отдаленными линиями сильно прибавит динамики сражения, так как легче и быстрее можно будет гангать оппонентов. Также открывается возможность для стратегии, где соло-лейнер добывает опыт с двух линий, а остальная четверка занята продавливанием одной. Также эти тоннели позволят командам быстрее реагировать на захват босса, ценность которого возросла, так как теперь он один. И переходя к балансу, напомню, не будь скупым на лайк, поддержи мой труд и подпишись на канал, если ты еще не с нами. Анубараку подняли урон хозяину Ули на 12 единиц и исцеление на 30 единиц. Могильные путы дополнили. Теперь после выхода из кокона цель получает урон в течение 4 секунд, который увеличивается на 100% за каждую секунду, проведенную в коконе. Танки этот урон еще стерпят, а вот тонким героям будет больно. Прочные щиты удалили и заменили новым талантом «Король-предатель». Он увеличивает пассивное ХП Ануба на 10% и дает 20 единиц энергетической брони. Также это активный талант, при использовании которого Ануб получит 75 единиц брони на 4 секунды, КД 60 секунд. Теперь у перемотки на 20-м есть достойные альтернативы. Мал'Ганису подняли ХП на 100 единиц, реген на 0,2 и лишь увеличили урону эху погибели на 4-м на 6 единиц. Ченю же на 1-м бафнули свежайшие ингредиенты, КД умения при выполненном квесте сократится на 2 секунды. На 4-м подняли бонус к урону у смертельного удара на 25%, а дар БК на 7-м еще больше уменьшает получаемый периодический урон на 10%. Дихаки подняли урон темному рою на 3 единицы за такт. На 4-м под вид скрытий сокращение КД подняли на 2 секунды. Парализующий фермент на 7-м бафнули на 5%. Изначально ярость на 13-м, подняли бонус на 0,25% за единицу эссенции. На 20-м меняться и выживать, сокращение КД увеличили на 10 секунд, а сверххищнику подняли сокращение КД на 15 секунд, что позволит быть заметно мобильнее по карте, чем ранее. Диви понерфили талант «Понеслась» на 4-м, урон исцеления по героям уменьшили на 1%, а урон не по героям уменьшили на 5%. Газлоу получил более широкий нерф, турелям уменьшили урон на 2 единицы, а лазеру на 4. Охотник на крупную дичь на 1-м потерял полсекунды за автоатаку. Рокеты в бой, щит стал слабже на 15 единиц, крутосхемам на 13-м досталось больше всего, урон по области уменьшили на 15%. Реактор Старк на 16-м, бонус к сокращению КД уменьшили на 1 секунду, но талант по-прежнему довольно сильный, особенно в сочетании с броском бомбы на 20-м. Леорику апнули урон от автоатак на 6 единиц. На 13-м бескрайнее отчаяние сокращает КД хватки на 0,25 секунды эффективнее во время поддержания. Второй бонус потерял 1 секунду, но по итогу при полном поддержании хватки талант ничего не приобрел и ничего не потерял. Но в случае прерывания хватки талант теперь стал эффективнее. Удалили затвердевшие кости на 20-м, а пламя отчаяния дополнили половины их свойства. Пока действует хватка, Леорик получает 40 брони. Малтаэлю бафнули длинную тень на 4-м. После выбора таланта первый удар пелены смерти будет наносить урон в размере 2% от максимального ХП цели. Помня смерти на 16-м бафнули на 10%. Аварину подняли ХП на 84, реген на 0,22,
Львиной пасти на первом подняли бонус к урону за стак на 1 единицу, соответственно максимальный урон вырос на 30 единиц, а значит бурст колосс стал опаснее. Королевскому долгу уменьшили требования по сферам на 5 штук, а деморализующему крику на 20-м уменьшили КД на 5 секунд. Из хилов в этом патче задели лишь Алекстразу, ей всего лишь подняли дальность применения изобилия на 1.5 метра и дальность сохранения на 1 метр. Из убийц ближнего боя правкам подвергся лишь 16-й талант Аларака – издевательские удары. Автоатаки против героев сокращают КД базовых способностей на 1.5 секунды, бонус удваивается, если цели находятся под действием контроля. И вот эта маленькая переработка наконец-то сделала этот талант менее зависимым от союзников. Азмодану приятно бафнули все таланты на всепоглощающее пламя. Теперь все связанные бонусы с этими талантами срабатывают, если цель применения способности помирает до окончания действия луча. А Тайкуса дополнили отличник от ВП. Теперь талант также увеличивает урон гранаты на 20%. Фалстаду бафнули предвестие бури на 1-м, бонусный урон за стак подняли на 0.5 единицы. Восходящий поток на 4-м, щит стал прочнее на 10%. Секретное оружие на 7-м, апнули на 10%. Удар внутренних земель теперь стоит дешевле на 20 маны, а бонус к сокращению КД подняли на 5 секунд за каждого героя. То есть теперь для полного сброса КД способности достаточно поразить 4 вражеских героев. Небесный скакун на 20-м эффективнее сокращает КД полета на 10 секунд, соответственно можно быть более мобильным по карте. Лунари изменили набухший цветок на 4-м, убрали бонус к скорости, вместо него теперь на цели пораженных ядовитым цветком будет накладываться сразу 2 эффекта токсина. Ускорение заражения на 16-м, теперь для получения бонуса КД достаточно, чтобы токсин действовал на одного героя, но сам бонус КД цветка уменьшили на 25%. До этого изменения талант не давал никакого преимущества в стычках 1 на 1, теперь же это исправили. Копье из звездного древа теперь уже при выборе дает прибавку к дальности автоатак в 0.5 метра, но соответственно на эти 0.5 метра и скорректировали второй бонус. По итогу максимальный бонус остался прежний, но теперь талант приносит пользу и без каких-либо условий. Орфеи дополнили Аллегриссимо на 4-м. Талант пассивно уменьшает КД вальса теней на 1 секунду, что позволит быстрее оправиться от промаха этой способностью. Ненасытность на 7-м слегка понерфили талант. КД будет сокращаться теперь до 2 секунд, а не до 1.5, как ранее. Но талант все еще крайне силен. Внутренний монстр на 20-м. Убрали бонус к скорости автоатак и заменили его на более полезный. Во время действия Вечного Пира КД базовых способностей Орфея восстанавливается на 150% быстрее. Дебаф от Пучины Забвения теперь длится на 1 секунду дольше. И в финальной Тахате уменьшили КД на 10 секунд. Сильвания вновь бафует контроль над разумом. КД уменьшили на 10 секунд, а затрата маны на 25 единиц. Соответственно, скорректировали зов темной госпожи на 20-м. Сокращение КД уменьшили на 5 секунд. Губительный залп приятно дополнили. Теперь губительный обстрел будет накладывать на противников проклятие Банши. Кувалда. Снаряды вихрь на 1-м. Бонус к урону уменьшили на 5%. КД подняли на 10 секунд, но теперь автоатаки по героям также сокращают КД таланта, что не может не радовать. Баррикада на 4-м уменьшает КД способности теперь на 4, а не на 3 секунды. Фазовые детонаторы на 7-м подняли бонус на сокращение КД мин на 0.5 секунды в обычном режиме и на 1 секунду в осадном. А с улучшенной артиллерии на 1-м теперь можно усыпать поле брани минами в прямом смысле. Калибровка дальности теперь требует меньше времени, интервал между повышением дальности теперь составляет 2 секунды, а не 3, как ранее. Секреты механика на 16-м бафнули щит с 5 до 20% от максимального хп кувалды, но ослабили бонус к урону на 20%. Зато теперь активация способности сразу даст этот бонус. Разрушение щита более не требуется. На мой взгляд, талант стал более полезным, в первую очередь за счет увеличенного щита. А во вторую, что бонусом к урону можно воспользоваться по желанию в любой момент, то есть даже находясь в абсолютной безопасности.
Ставь лайк этому видео, делись своим мнением в комментариях о саде на представленной информации. Подписывайся на канал, если ты еще не с нами. Становись спонсором канала, это дает мне возможность создавать контент по Heroes of the Storm для тебя гораздо чаще. С тобой был Арго, и до встречи в Нексусе.